всегда встречает менеджер на входе. Всегда менеджер. Hello. Hello, good evening. Good evening. Если видят, что же ты снимаешь, сразу все извиняются. Sorry. Я хотела извиниться первой, но они извиняются. Верю. Быстренько пройду, покажу, что из горячего есть. И потом, если останется памяти на моей карте памяти, покажу, что еще есть из сладкого. Потому что у меня телефон реально переполнен. Так, что у нас есть? Лазанья, курица на гриле. Дорадо на гриле. Бифстроганов. Что здесь? Рис. Не буду открывать. Так, здесь у нас запеченные куриные ножки. Здесь какие-то овощи. А, нет. Рыба по-флорентийски. Ризотто с грибами. Так, здесь смотрим. Попробуем переключить. На. Измир кёфте. Рагу из индейки. Кабачки фаршированные с мясным фаршем. Тут, наверное, диетическое блюдо начинается. Шашлык из баранины на гриле. Картошка, равиоли 5 видов, кальмары на гриле, да, вот тут начинается диетическая морковка, макароны, соус болонез. Картошка вареная. Гречневая каша. Тут разные соусы. Суп сегодня есть минестроне. Йогуртовый суп с рисом. Смешанная пицца. Турецкий пиде с мясом. Хлебушек. Так, что здесь? Баклажан с томатным соусом, жареная картошка, артишоки. Так, ну давайте покажу еще сладкий стол. Вот там, кстати, зона для взрослых, если надо. И с той стороны есть еще на входе, вот там есть детский стол, наверное, в портфеоле. Thank you. И тут вкусняшки. И сейчас покажу самое-самое-самое вкусное, что мы в Турции любим.
Вот она. Вот она. Вот она. Самая настоящая Турция. Вот он кайф. Ну все, ребят, иду я тоже кушать. Оставайтесь с нами. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. Будем дальше путешествовать вместе. Отель Барут Кимера, не забывайте, классный отель. Приезжайте сюда. Всем спасибо.